конкурса дети читают стихи. Киселева Дарья, 6 класс, город Выборг. Или Светлана Копылова, его купила девушка на птичке. Его купила девушка на птичке. Щенок был счастлив и хотел лизнуть. Его продавший скупщик по привычке, взяв деньги, постарался унизнуть. Она была в восторге, улыбалась. Он быстро рос, веселым, небольным. Но с ним она совсем не занималась. Он вырос бестолковым и шальным. Был баловнем, повесой, шалопаем. Он всех любил и не имел врагов. Встречал и провожал хозяйку лаем и терпеливо ждал ее шагов. Хозяйке нравилось, когда они гуляют, да замечают все теперь ее. А если к ней когда-то приставали, пес смело заступался за нее. Ему дрессуры трудно доставались. Пес всех любил и всех хотел лизнуть. От всех команд, которые давались, всегда старался тихо улизнуть. Тогда хозяйка в клуб вступить решила, чтоб на вопросы все найти ответ. На выставку пойти с ним поспешила, ведь он красавец, в этом спору нет. На выставке он в ринге шел последним. Он рад был всем и поводок тянул. Казал судья оценку дав последним, до стандарта он не дотянул. Там всем подарки разные дарили, и с ринга не ушел никто пустой. Его же с ринга просто удалили, сказали непородную, простой. Сказали, что ходить он не умеет, что хендлер с хозяйкой никакой, и что судья понятия не имеет, представлен пес породы был какой. Она его от злости отхлестала, а он, чудак, понять никак не мог, за что его любить-то перестала и угодить хотел, как только мог. Сначала его думала продать, потом хорошие искала руки, потом решила хоть куда отдать, кому угодно, лишь бы на поруки. Опять попал он скупщиком на птичке. Пес всех любил и всех хотел лизнуть. Смахнув слезу рукой по привычке, хозяйка поспешила улизнуть. А скупщик с ним жестоко обращался и дал понять, собачья жизнь не рай. Но через пару дней с ним распрощался, продав кому-то охранять сарай. Пес всех любил и охранять не мог, лишь только был с тоской на всю округу. Терпел хозяин много сколько мог, потом отвел к ветеринару дух. А пес лизал протянутые руки, как будто судьбу боготворил, за избавление его от муки, чтоб без хозяйки что боготворил. Надеюсь, всем ответ держать придется за то, что каждый в жизни натворил. Нам когда-то встретить доведется тех, кто при жизни нас боготворил. В ответе мы за тех, кого учили, за тех, кого разводим, продаем, за тех, кого когда-то приручили, за тех, кого так часто предаем. Друзей не выбирают ради моды, ведь красота душевная без лиц, и верность не зависит от породы, а преданность собачья без границ.